Привет, братья-революционеры. Это истинный следователь, обзор еды. Так, сейчас покажу, что это. Балтийская ветчина из говядины, ова, Калининград. Так, вот можете почитать. Как будто без белка. Но мясо тоже не очень дофигища. Производитель... Северен, а Соверен. Стоит 100 в народном, стоит 105, по-моему, в других от 100 до 150. То есть это, как сказать, элитный продукт. Дорогой. Вот видите, что внутри. Жирок белый. Завод. 351, да, то видите, так, сейчас покажу структуру желе и мясо такое, блин, что не ломать. С жирком части, в общем, какой-то там второй, третий сорт. Есть кусочки мяса. Вот. Ну, мясо где-то, действительно, как они пишут, 50% от банки. Так что тушенка, блин, ветчина неплохая, но и... При цене 150 получается 300 грамм банка, мясо 150 на 6 умножим. Ой, да, 100. Даже можем посчитать 100 грамм чистого мяса получается. Цена 150 рублей на 10 килограмм. 1000, 1000, около 1000 рублей, 1000. 1500. Дорого, короче, получается. Так что ж, сами решайте. По мне, дорого, конечно. Просто 400 рублей говядину можно 500 килограмм купить. И все. Ну, тут как бы готовить не надо. В общем, уже каждому свое. Тут нету мегахлама, ну и мегамяса тоже нету. Видите, желе неплохое, но мясо где-то от 100 до 200 грамм, если считать мясо и вот эти вот части белые. Мне это не нравится. На самом деле тушенка должна быть 90% мяса. Это такое кидалово от государства, которое сейчас мошенническое, оно... Все врет вам, что нужно работать. Потом вы пойдете купите. Чего вы купите-то? Даже с таким государством, короче, ничего вы не купите. В долги он только загонит вас. И все, потом умрете. Бесславно. А с революцией, да, тоже не рай сразу. Но хотя бы есть шанс достойно умереть. Что тут и зато, правда это. Все, пока, братья-революционеры. Обзор ветчины. Ова какая-то. Фильм, название какое-то дебилоидное. Ова. Пока.